В течение 3 дней на базе Дворца культуры завода «Дагдизель» проходило открытое первенство города по боксу среди юношей 98-2000 годов рождения. 100 юных спортсменов из Карабдахкента, Манаскента, Избербаша, Каякента, Сергакалы и Каспийска показывали свое мастерство и обменивались опытом. С каждым годом количество ребят, занимающихся боксом в нашем городе и вообще по республике, растет. А вместе с этим нередко появляются юные спортсмены, способные продемонстрировать хорошие результаты. Как и в любом другом виде спорта, в боксе решающими факторами являются дисциплина и стремление к достижению высот, отмечают тренеры. Судя по поведению в ринге, вышеперечисленных качеств у этих ребят предостаточно. Потому встречи получились интересными и зрелищными. Уже после первых боев стало ясно, тут никто так просто не сдается. Даже самые маленькие участники старались показать все, чему их научили за этот год. 14-летний боксер из Избербаша Магомед Мантуев не первый раз принимает участие в турнирах подобного типа. В большинстве случаев попадаются сильные соперники, рассказывает спортсмен. Но это никогда не останавливало меня. Занимаясь этим видом спорта уже более 6 лет, я научился предугадывать дальнейшие действия оппонента. И нередко это играет решающую роль в исходе боя. Соревнования хорошие, нормальные. Зато победил. Он нормальный был соперник, хороший боксер. У него тоже хорошо боксируется, все. Да, я собираюсь заниматься боксом где-то еще 5-6 лет. И хочу взять Дагестан и СКФО. Объективное судейство обеспечили специалисты высокого класса. Ведь цель турнира – отбор участников на первенство Дагестана, которое состоится в начале следующего года, отметил Арслан Пинжалиев. В организации подобных встреч не последнюю роль играют и спонсоры, подчеркнул директор СДЮШОР. Можно было бы еще поблагодарить руководство завода «Дагдизель», директора Дворца культуры, администрацию города, федерацию бокса и всех тех, кто принимал участие в организации этих соревнований. Главного спонсора наших соревнований – это фирма «Фортуна», руководителя ее Гейбатова Достали, в прошлом наш боксер, наш воспитанник. Поддерживать талантливую молодежь очень приятно. Тем более, что я и сам сторонник здорового образа жизни, говорит директор фирмы «Фортуна» Достали Гейбатов. Я хотел бы всем нашим молодым ребятам пожелать, чтобы они занимались спортом, укрепляли свое здоровье, потому что это не хватает. Ведь нужно заниматься спортом, надо популяризировать. Соревнования, продлившиеся 3 дня, выявили явных лидеров, среди которых и каспийские спортсмены, теперь уже готовящиеся к участию в республиканском первенстве. Заира Гамзатова, Рамазан Алиханов, новости Каспий ТВ.